Всем доброе сегодня. У меня тут уборки, перемываю посудушку, варю кукурузку вкусную. Вот, Володя ушел делать ключи, нам нужно сделать дубликат. Теперь у Дамира тоже будут ключики свои вот от квартиры. Что еще? Что еще? Что еще? Настроение хорошее, варю вкусную кукурузку. Так давно хотя кукурузки. Но все думала, купить, не купить, купить, не купить, которые вот продают здесь местные. Но они продают сладкую. А я к такой не привыкла, никогда не пробовала. И как бы, ну, не хочу выкидывать деньги на ветер. Мне вкуснее то, что я сама приготовлю. Плюс я готовлю. Я люблю кукурузку в сольку так чуть-чуть макнуть пальчик. Вот так растереть по кукурузке. Очень вкусно. Я не люблю, не понимаю, как это сладкая кукуруза. И не хочу пробовать. Вот. Что еще? Что еще? Настроение хорошее. Сейчас я разбиралась с вопросом. Прислали расписание звонков. Теперь расписание звонков будет разное, так как будут вот эти разговоры о важном по понедельникам. Расписание звонков разное. В понедельник оно одно, со вторника по пятницу совсем другое. Вот. Значит, получается так, что четвертый урок будет длиться 1 час 15 минут. А пятый урок будет начинаться на 5 минут раньше окончания четвертого урока. Мне это совсем непонятно. В общем, написала в родительский чат выяснять этот вопрос. Вот. Дальше что? Дальше что? Дальше что? Ага, у нас там еще интересная накладка. Вот, у нас не совпадает по расписанию бокс и робототехника, не совпадает, потому что они накладываются друг на друга. И у нас не совпадает по расписанию английский язык и бокс, потому что они тоже накладываются друг на друга. В общем, выясняем вот эти теперь вопросы. Что делать с этим? А еще у меня планы, которые не совпадают во вторник с поездкой на ЭКГ. В общем, теперь нужно отменить ЭКГ и решить этот вопрос, перенести и так далее. В общем, а еще у меня дела в понедельник, и оно не совсем совпадает со школой. Вот. Так что, возможно, Дамиру не придется разговаривать о важном в понедельник. В общем, непонятно, что еще как будет. Домашку нам не задавали в честь праздника. Хоть на этом спасибо. Вот. Буду вся в домашних потугах сейчас. Вот. А вам желаю хороших выходных. Вот. Хорошо провести это время. Субботу плодотворно. Переделать все дела, которые вы не успевали за неделю. Воскресенье провести в умиротворении и отдыхе перед грядущей рабочей и учебной неделей. Всем удачки!